Здравствуйте, меня зовут Елена Лисовская, и вы смотрите программу «Подержанные автомобили». Хэтчбеки не очень большие по размеру, уже давно-давно популярны в Европе. Но последние годы и россияне начинают осознавать удобство автомобилей с таким типом кузова. И неудивительно, что премиальные производители один за другим стали предлагать рынку именно такие автомобили – трех- и пятидверные хэтчбеки. Они востребованы покупателями, а значит, будут хорошо продаваться. У нас в стране популярность единички от BMW обусловлена больше не удобством и утилитарностью этого автомобиля, а престижем марки. Дело в том, что единичка, особенно на вторичном рынке, достаточно доступна, а при этом на капоте гордо красуется значок премиального немецкого производителя BMW. Мировая премьера первой серии BMW состоялась в 2004 году. У нас эта машина сразу получила ласковое название «Копейка» или «Единичка». По типу кузова «Копейка» это заднеприводный пятидверный хэтчбэк гольф-класса с продольным расположением двигателя. Ее заводской индекс – E87. Платформа «Единички» – это смесь агрегатов разных моделей. Например, передняя подвеска здесь от пятерки BMW, а задняя – от трешки. В марте 2007 года хэтчбэк первой серии был обновлен. Немного изменилась передняя часть, был добавлен более широкий воздухозаборник с горизонтальными декоративными планками и интегрированными прямоугольными противотуманными фарами. Была обновлена оптика, в задней части были внесены изменения в фонари с добавлением светодиодной технологии, а задний бампер стал немного шире. В салоне центральная консоль также претерпела рестайлинг. Тогда же, в 2007 году, состоялась мировая премьера BMW первой серии в трехдверном варианте кузова с новыми двигателями. Дебют BMW первой серии в кузове купе состоялся на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2007 года. В 2008 году свет увидел компактный четырехместный кабриолет, разработанный на базе BMW Копейки. Кабриолет стал четвертым представителем модельной линейки BMW первой серии после пяти и трех дверных хэтчбеков, а также купе. Дебют второго поколения BMW первой серии состоялся в рамках автосалона во Франкфурте в сентябре 2011 года. Двигателей у этой модели было много. Причем официально к нам поставлялись и бензиновые, и дизельные агрегаты. Самый слабенький бывает как раз такой мотор, как у этой машины. Это бензиновый четырехцилиндровый 1.6. Изначально он был мощностью 116 лошадиных сил, а в дальнейшем, после 2007 года, 122 лошади. Моторы с индексом 118 и 120 – это тоже четырехцилиндровые, бензиновые, но уже двухлитровые, разной степени форсировки. Они были 129 и 136 лошадиных сил. И самые мощные моторы здесь – трехлитровые, шестицилиндровые. Они выдают аж до 265 лошадиных сил, что для такой малышки, как вы понимаете, очень много. У автомобилей именно вот с такими моторами, самыми слабыми 1.6, была проблема. При холодном запуске подключаются не все цилиндры. И в таком случае мотор работает неровно, слегка троит. Привод газораспределительного механизма здесь цепной. Первые проблемы могут начаться, к сожалению, достаточно рано, тысячах на 40 или на 50. Причем связаны они не с самой цепью, а с ее натяжителем. Поэтому опытные сервисмены рекомендуют здесь проводить регулировку натяжителя где-то раз в 30-40 тысяч километров. Двухлитровые агрегаты считаются в общем и целом более надежными. Хотя бы потому, что мощности этих моторов вполне хватает для даже динамичной езды. Поэтому, особенно если машина на механике, раскручивает мотор меньше, что хорошо, как вы понимаете, для всего автомобиля. Так что хотя бы по этой причине, может быть, свое внимание при выборе подержанной копеечки стоит обратить в первую очередь на машины с двухлитровыми моторами. Хотя и у них бывают сбои в работе систем, которые отвечают за поднятие впускных клапанов. В таком случае на панели приборов у вас загорится соответствующая лампа. Но вы почувствуете это также и по машине. У вас снизится мощность и увеличится расход топлива. Трехлитровые же моторы, шестицилиндровые, очень хвалят по надежности. Жаль, на рынке их не так уж и много. Если же говорить в общем и целом о силовых агрегатах BMW, то где-то в районе 100 тысяч километров, скорее всего, начнется небольшое подъедание масла, которое со временем будет увеличиваться.
Дизельные двигатели всем хороши, но вот только они требовательны к качеству топлива, и масло нужно использовать только очень хорошее. Иначе быстро попрощаетесь с турбиной. Также не забывайте, что у дизельных машин обслуживание нужно делать чаще, чем у бензиновых. Базовая версия BMW первой серии оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач. Опциональная шестиступенчатая автоматическая коробка обеспечивает комфортное вождение, сохраняя высокую маневренность автомобиля. Поклонники активного вождения могут переключать передачи вручную с помощью системы StepTronic. Выбирая подержанный автомобиль, лучше остановиться на машинах с автоматом. Многие автолюбители рассматривают BMW как машину со спортивным характером, хотя базовые моторы не всегда позволяют зажигать. В случае у единичек на механике здорово раскручивали двигатель, что не лучшим образом сказывается и на ресурсе всех основных агрегатов. Механическая коробка хлопот владельцам не доставляла вообще. Правда, у первых автомобилей на механике были случаи раннего выхода из строя сцепления. Но сцепление быстро меняли по гарантии, и в дальнейшем это более не повторялось. У автомата самая частая проблема – это рывки при переключениях на нижних передачах. В большинстве случаев помогает перепрошивка электронного блока управления коробки. По электрике бывают некоторые проблемы. Дело в том, что электрооборудование здесь не очень любит наш климат. И бывает такое, что со временем, года через 3 эксплуатации, контакты закисают, и электрика начинает давать сбои. Также, если вашему авто уже более 3-4 лет, обратите внимание на состояние силовых проводов. Желательно их дополнительно защитить, иначе в какой-то момент вы можете прийти и неожиданно обнаружить ваш автомобиль абсолютно обездвиженным. Качество салона традиционно немецкое. То есть прекрасные материалы, идеальные стыки. Но вот только в базовой комплектации блеска не ждите. Все здесь очень-очень аскетично и просто. Однако же, что для меня было абсолютным удивлением, многие собственники жалуются, что со временем в салоне этой машины все-таки появляются сверчки. Также у некоторых машин была проблема с механизмом регулировки руля, причем достаточно рано, еще в гарантийный период. Ну и, естественно, весь узел целиком меняли по гарантии. И еще одно мое удивление было связано с тем, что внутрь салонов BMW копеечки со временем попадает вода. Причем она попадает через протекающие уплотнители дверей и оказывается где-то в ногах у водителя. Но в таком случае поможет герметизация всех уплотнителей. Впереди алюминиевая подвеска Макферсон, сзади многорычажка. Часто про подвеску BMW говорят, что она требует огромных вложений в ремонте. Причем ремонт этот на российских дорогах не заставит себя долго ждать из-за того, что рычаги алюминиевые. У единички задние рычаги сделаны не из алюминия, а из стали. Одними из самых первых сдаются стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Вот они, но это не удивительно, у большинства автомобилей именно так оно и происходит. Срок жизни стоек здесь где-то 70-80 тысяч километров пробега. А вот передние амортизаторы даже при вполне нормальной, аккуратной среднестатистической езде вряд ли проходят у вас более 50 тысяч километров пробега. Основные расходы по подвеске ждите тысячам к 120. Это будут, скорее всего, сайлент-блоки всех рычагов. Это, скорее всего, будут задние амортизаторы и шаровые опоры. В рулевом управлении рейка очень живуча. А вот наконечники вы, скорее всего, поменяете где-то на 50 тысячах. А вот срок жизни тормозной системы здесь напрямую зависит от стиля вождения предыдущего собственника. А ведь у BMW зачастую собственники бывают очень неспокойными. Передние колодки, в принципе, должны проходить тысяч до 30, а то и до 40. Диски где-то тысяч до 60. Задние, конечно же, побольше, тысяч до 80. Кстати, когда будете выбирать подержанную копейку, проверьте, не бьет ли руль при торможении. Ведь если он бьет, то значит тормозная система в плохом состоянии, диски повело.
Краш-тест BMW первой серии проводился по системе Euro NCAP в 2004 году. Кузов оказался прочным, и значительного разрушения салона не произошло. Водительская дверь открылась практически без лишних усилий. Ниша для ног почти не пострадала, и благодаря конструкторам смещение педали не представляло опасности для ног водителя. Автомобиль оснащен двойными синхронизированными подушками безопасности водителя и пассажира, преднатяжителями и ограничителями усилия ремней безопасности. Конструкторы убрали все опасные детали из области колен передних седоков. Амортизационная прокладка под ковриком помогла защитить стопы водителя. Для защиты от бокового удара в автомобиле есть вмонтированные в сиденье подушки и, соответственно, отдельные шторки безопасности. Прочность конструкции хорошо показала себя как в боковом краш-тесте, так и в испытании на удар в столб. Защита детей была лишь на приемлемом уровне. Защита пешехода была на крайне низком уровне. Но все же общая оценка – 5 звезд по системе Euro NCAP. Первые цены на такие автомобили начинаются от 400 тысяч рублей. Но на эти варианты даже не стоит обращать свое внимание. Это машины проблемные, и в дальнейшем нужно понимать, что дорогие в ремонте, требующие значительных вложений. Реальные же автомобили стоит рассматривать где-то по цене от 430, а то и 450 тысяч рублей. Очень хорошую машину можно выбрать где-нибудь за 600-650 тысяч рублей. Тогда вы сможете выбирать среди разных моторов, годов выпуска и комплектаций. За последние автомобили прямо перед сменой модели, то есть за машины 2011 года, придется выложить сумму где-то 800-850 тысяч. Большой плюс единички от BMW в том, что ее мало угоняют. Для автомобилей BMW это, в принципе, большая редкость. Но, тем не менее, сказать, что эта машина совсем неугоняема, нельзя. Так что все-таки о дополнительных системах безопасности позабыли.